Слово предоставляется заместителю председателя Якутской областной организации ветеранов Афганистана и боевых действий Жуковскому Андрею Ивановичу. Дорогие боевые друзья и все присутствующие, сегодня в этот день мне хотелось бы выразить слова благодарности тем, кто сейчас занимается патриотическим воспитанием, воспитанием школьников, студентов и всех остальных. Сегодня многие отделения с Братска, с Усть-Ордынского округа, с Зимы, с Луна звонили и поздравляли. У них также проходят эти мероприятия. День памяти. Поэтому сегодня разрешите мне поздравить от их имени. Они передавали слова благодарности и поздравления. Здоровья, счастья всем и удачи в жизни. Спасибо. Приветственное слово предоставляется председателю Якутской областной организации инвалидов войны и военной травмы Захарову Владимиру Ивановичу. Добрый день, уважаемые иркутяне, дорогие ветераны афганской войны. От имени городского совета ветеранов поздравляю вас с днем вывода советских войск из Афганистана. Вы все помните конец 70-х годов, когда ввели войска в Афганистан, и многие писали рапорта. Направьте меня, я хочу исполнить долг военного, защиту Родины, поддержание нашего авторитета Советского Союза. Вы, естественно, по долгу, по зову сердца пошли туда, и вы вышли победителями. Говорят, что Афганистан – это что-то нехорошее. Это нормальное явление. Из 40 войн, которые провел Советский Союз после Великой Отечественной войны за рубежом, ваша война была самая кровопролитная. Более 15 тысяч не пришло. А вам большое спасибо за то, что вы выполнили долг и вернулись с этой кровопролитной войны. На сегодняшний день вы принимаете самое активное участие патриотическом воспитании молодежи. Вот один председатель городского совета воинов-афганистанцев со своими людьми провели более 50 мероприятий в школах. Уроки мужества провели. Вот я надеюсь, что вы будете продолжать это. Надо нести не боевой опыт, а вот дух патриотизма, который в вас заложен, у вас в крови такой есть. Вот это надо нести молодежи, которые сегодня вот в небольшом количестве, но присутствуют. А вам, молодым, нужно брать пример с афганцев. Это достойная смена участников Великой Отечественной войны. У них учитесь, с них берите пример. Я приглашаю сюда Габдаря Владимира Анатольевича. Жуковский Андрей Иванович. Как рождается участник боевых действий в Афганистане, Жуковский Андрей Иванович, за мужество и отвагу, проявленных при исполнении воинского долга, за активную работу по патриотическому воспитанию молодежи города Иркутска и в связи с днем вывода советских войск из Афганистана. Спасибо. Гаврузов, однако. Гаврузов, Гаврузов.
С такой же формулировкой одному из самых активных участников. Ну и нельзя не забыть председателя Иркутской городской организации ветеранов Афганистана Шелихов Сергея. Еще раз с праздником, дорогие! Дорогие друзья, приглашаем на фотографирование на фоне нашего памятника, пожалуйста. Автобус отгоните отсюда. Микроавтобус. Так сюда развернулись все. Давай!